Всем привет! Хочу приготовить шоколадный тортик. У меня есть на канале рецепт этого торта. Он называется трюфельный сметанник. Очень вкусный и готовится прям элементарно, просто, быстро, не считая время выпекания. Но сейчас я сделаю рецепт немножко по-другому, и поэтому рецепт, он получается прям такой нежнейший, тает во рту. Мне захотелось с вами поделиться. Кому интересно, посмотрите. И кто любит шоколадные торты. Одно яйцо, стакан сахара. Стаканы у меня 200-граммовые. Если по весу, получается 170 граммов. Ну, он чуть-чуть не полный. Сметана. Полный стакан, это 170 граммов сметаны. Сметана у меня 15%. Сюда же отправляю. Чайную ложечку без горочки соды. Можно заменить соду разрыхлителем, кто что любит. И все это взбиваю до однородности. Можно венчиком, но миксером получается более пышное тесто. Все, сахар растворился. Теперь добавляю муку. Мука просеяна. Получается, я все измеряю стаканами, полтора стакана. Если по весу 230 граммов. Сюда тоже все выпало. И какао-порошок. Добавляю по своему вкусу. Раз, два. Ну, тут две ложки, даже три, наверное, столовые ложки получится. И какао-порошки бывают разные. Я покупаю вот такой российский. Он горьковатый, вкус мне нравится. Вкус теста зависит от какао-порошка, смотря какой он у вас будет. Ну, добавляйте по вкусу. Взбиваю блендером. Потихонечку. Еще, знаете, щепоточку соли, маленькую-маленькую добавлю, забыла сказать. Тесто получается однородное, без комочков. И когда его мешаешь, оно трудновато блендером промешивается, но нужно промешать, и оно как бы вот так вот пыхтит. Все, готово тесто. Выпекаю в мультиварке, смазываю дно подсолнечным маслом и немножко бортики тепливаю. Вот как оно выглядит. Тесто распределила, немножко вот так вот раз его. В мультиварку программу ставлю выпечка на 60 минут. У меня мультиварка Panasonic 670 ватт, мне хватает времени 1 час. Но 60 минут прошло, проверьте на готовность. Бывает, что не допекается. Тогда можно поставить еще на этой же программе минут 20. Еще вам скажу, раньше я выпекала всегда в духовке коржи. Сейчас пользуюсь только мультиваркой для выпечки кексов, ну, таких коржей, потому что мультиварки получается пышнее и нежнее. Мультиварка пропищала, открываю, корж поднялся, теперь заливаю стаканом горячего, пригорячего молока. Я делала также манник, мне понравилось и решила вот так же сделать. Такой тортик я уже пекла с молоком, поэтому делаю. Видите, молоко прям сразу впитывается, его видно. Закрываю, мультиварка выключена. 10-15 минут держу. Пока молоко впитывается, сделаю серединку для торта. 3 столовые ложки сметаны. 3 какао-порошка. Все беру по своему вкусу. Количество можно побольше, можно поменьше. Ну, я где-то так. Если что-то нужно, потом добавлю. И 3 сахара. Все по 3. Включаю такой не очень сильный огонь, помешиваю, довожу до расплавления. Будет немного густовато, разбавляю, у меня есть кофе. Можно разбавить водой, молоком, можно растворимым кофе, ну у меня вот такое. Может быть ложки тоже 3, все смотрю по консистенции. Перемешиваю, чтобы не кипело, а все вот расплавилось. Даже если немножко закипит, ничего страшного, но кипятить не нужно, а то быстро-быстро все загустеет. А мне надо такую полужидкую консистенцию. Попробуйте, если сахара не хватает, можно добавить. Вот довела до такого сильного нагрева, не кипячу, выключаю. Беру масло сливочное, вот такой вот кусочек, забрасываю. Немножко перемешаю и пусть оно прям там расплавляется. И все. Еще такой момент, когда вы заливаете молоко, можно подогрев оставить включенным минут на 5-7, тогда молоко оно быстрее впитывается в теплый корж. Вынимаем, открываем и переворачиваем. О, немножко. Можно даже чуть-чуть поменьше молока налить тогда, это я прям с горочкой стакан такой налила. И будем
разрезать корж пополам. Очень мягкий. Он тепленький уже. Ну как тепленький, даже можно сказать, чуть-чуть горячеватый. Переворачиваю. Посмотрите, корж полностью пропекся. Мягкий. Он очень пористый. Получается, еще и с молочком пропитанным, шоколадную смесь заливаю в теплые коржи, чтобы тоже вот в эти дырочки все заполнилось. Если вы не любите вот сильно шоколадное, да, можно крем сметанный сделать по вашему вкусу. И сюда тоже так же. При разрезе, ну, прям видна вот эта вот шоколадная прослоечка. Очень красиво и вкусно получается. Все. Так, здесь... Вниз все впитается. Чуть-чуть оставляю, чтобы полить сверху. Сразу закрываю. Уже видите, как сверху впиталось. И сюда крышечку эту. Сверху поливаю. Когда тортик остынет, немножко глазурь застывает. Можно украсить на ваше усмотрение, если есть орешки. Измельчить, насыпать. У меня замороженная малина. Хаотично разбросаю сверху. Вот такой получается малиновый ежик. Теперь оставляем, пусть он полностью остынет. Ну, часочек, и можно уже кушать, потому что он уже мягкий и весь пропитанный. Торт у меня постоял около часа. Запах от малины идет, как будто ты в кустах малины сидишь. Это просто потрясающе, опьяняет даже. Еще, знаете, хочу вам показать, вот точно такой же торт я 3 дня назад пекла. Смотрите, вот. Нежный такой получается. Его ешь, и он тает во рту. Просто тает. Такая вкусняшка. Если у вас нет тортницы с крышкой, от микроволновой печи, вот эта вот крышечка, я закрываю и в холодильник ставлю. Даже в течение недели торт как будто вот сразу выпекли, едите. Ну что, давайте этот вот разрежем, новенький. Разрезается мягенько. Хорошо. В разрезе вот так выглядит. Я не вижу с той стороны. И вот с этой стороны, как пропитка вся вниз ушла. Здесь вот тоже все прям шоколадом этим пропитано. По маслу. Просто шикарно. Такая красота. И легкота, и вкуснота. В общем, кто любит шоколадные торты, вот такой быстрый, да и на праздничный стол вкус не подведет. Готовьте и наслаждайтесь. Желаю всем хорошего настроения и благополучия. Пока-пока.